Всем привет, с вами снова Team Fly, и это влог о том, как проходят мои краевые соревнования. По стандарту овсяночка с утра, сейчас времени 7.40, подъем был в 7 утра. Вот. И сейчас мы поедем в спортзал, в баскет-холл. Все, а вот и подъезжает наша карета. Приехали оформлять страховку. Моя вторая карета. Кто-то на соревнованиях переживает, волнуется, а кому-то вообще все равно. Так он не испытывает страх. Так вот, дело в том, что один убежден в том, что это страшно, а второй убежден в том, что это интересно, это классно, я хочу это сделать. И вот именно убеждение создает в нас чувство. Поэтому не внушайте себе никогда, что что-то тяжело, что-то страшно и прочее. Мы, кстати, уже, я уже подошел. Прыгай, краба. Здорово. Кстати, тоже Тимур зовут. Как тебе соревнования? Как мероприятие? Готов выступать? Готов всех выигрывать? Да, это правильно. Давай кулак. Молодец. Хочешь попасть в мой блог? Я уже там. Забирай. Блин, ты еще когда прыгал, у меня иногда руки так потрясывались немножко. А звук этот слышал? Это были спецэффекты, мне кажется. Это тебя хотели домой забрать на планете. Это меня из зала пытались выгнать. Че, ты повторишь за мной? Да. Ну давай, прям сейчас. Ну как, не, давай, прям сейчас. Виталий Викторович. Сейчас, иди, сделай. Да, покажи, Виталий Викторович, что ты умеешь. Давай, скрытые возможности твои узнаем. Давай, пожалуйста, не. Пожалуйста, да, ну, давай, ну соберись, ну давай. Прям на соревах сделаешь. Не видел, а ты сделал. Не, он не может. Это отмазки. Ух, неман. В общем, разминочная часть подошла к концу. Осталось настраиваться специально уже. Музычка в уши, видео, мотивация, все такое. И скоро будут соревнования. Но настроение обалденное. Готов все делать. Посмотрим, что получится. Сейчас вот там ребятки уже прыгают. Привет. Привет. Расскажи, что это за снаряжение такое? Я сам не знаю, как. Да ладно, шучу. Тут, ну, у меня рост такой. Тут так. Надо плечи и спину растягивать. Ага. Это вот так вот мы тянем плечи. Специально с помощью вот таких вот приспособлений, чтобы во время прыжков на батуте ставить вертикальные руки и направлять свой прыжок вертикально наверх. Вот как она это сейчас делает. Ну чё, Колян, давай, покажи, что умеешь. О, по методике Войтенко? Ну, грамотно, классно. Ровно, носочки натянуты. Прям как на горный. Молодец.
Все, идеально. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Подписываемся на канал Team Fly. Все, четко. О, какой мощный. Делай, делай, делай! До конца! Так, делай! Делай! Давай, давай! Пошел! Стой! Просто человек-убийца. Убийца. Ощущение очень уставший, но я в целом всем доволен, все получилось. Вот. Особенно вообще спасибо группе поддержки, всем, кто вот переживал, болел. Подписываемся на канал Team Fly! Все, вот такие вот дела. Надеюсь, видео всем понравилось. Спасибо за просмотр. Просто капец, ё-моё. Тимур, тебе сейчас по улице, ты будешь идти, дядька подойдет какой-то. Тимур, ну чё, сколько элементов сделал? С четверным, без четверного там? Я Тимур. Ему скажу с четверным, он такой, ого, ого, такое. О, здравствуйте. Здрасте. Видели, что я сделал? Видела. Комбинацию с четверным со второго раза, я ее всю прошел. А я второй раз и не смотрела. Ну, а молодцы. Я расстроилась и отключилась. Ну, молодцы. Ладно, ну, Тимур, блин. Все врачи одинаковые. Я в историю выложу, там, посмотрите хорошую попытку, да. Вот, поэтому, чтобы следить за моими новостями, подписываемся на мой инстаграм, ссылочка вот тут вот будет внизу. Там бомба. Бомба? Да. Внизу? Взрывная просто, в инсте взрывная бомба, контентик просто, такой никто не повторял еще. Конечно. Там поэтому Team Fly лучший. Так, и как там ты говоришь, вот разъединили бургер, да, значит? Правильно. Смотри, я грамотно все сделал. Вот такую дорожку из картофеля фри, правильно? Правильно. Наггетсы еще сверху. Да, да, да. Можно еще колечко, да, я думаю, будет да. Вот так. Внутрь наггетса. Все. Внутрь наггетса? Вот так. Опа. Русы, ну, смотри, какой это бургер, а ну. Сейчас будем тестить. Да, это жестко. Это сильная тема. Серьезно, не знал? Ну вот, почаще ходить. Лайфхак. Кто будет так же делать, ставим лайк. Кому пригодилось, подписываемся. А кто не будет, все равно лайк. А кто знал, лайк, ставьте лайк, два лайк. Раза больше. Да, лайк за то, чтобы было вкусно.